Всем здравствуйте, а вот и наша песочница. Простите, конечно, что мы не показали, как она в сборке. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мама! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь изделий пластмассовых. Мама! Их надо скреплять шурупами. А внутри вот здесь вот такая проемочка. И туда ложится резинка. И закрепляется резинкой. И плюс вот здесь вот скрепляются они на кнопочки. Очень удобная песочница. Три машинки в комплекте. Синяя, желтая, красная. Кораблик. И вот водяная леечка и мельница. Ну, мы вот еще докупили две лопатки тоже Полесье. У нас, в принципе, все игрушки Полесье. Да? Вот. Ребенок доволен. Что еще можно сказать? Покупайте, не пожалеете. Мы приобретали это в 21 веке. Нам привезли с доставочкой на дом. Баба. Время доставки оговоренное было, и как бы нас не было дома, нас немного подождали даже, потому что у нас важная встреча. Нам пошли на встречу, подождали. Большой заказ был, поэтому не так задолго. Еще снимем видео наших покупочек. Вот, насыпали песочка. И хочу сказать, что самодельная песочница, она не настолько удобна, потому что она как бы не переносная. А вот эту вот мы поставили как бы здесь в саду. Нам захотелось ее перенести в другое место. Мы раз... раскрутили и перенесли в другое место. Это очень удобно. И красочная. Ребенку очень нравится. Он сразу лил водичку. Вот сюда наливается водичка. Перекрываются шлагбаумами. Если хочешь, чтобы кораблик поплавал, а там спокойно могут занять машинки. В принципе, на два ребенка, даже и три, можно уместить, гуляться. Ну, в принципе, минусов нету, но один бы... Вот в комплекте желаю, хорошо было бы, чтобы был какой-то тент или крышечка. Вот. Так что надо усовершенствовать песочницу, чтобы была крышечка. А так очень качественный, классный, толстый. Я думаю, прослужит нам долго. Может, когда-нибудь опять сниму. Очень довольна покупкой. Всем спасибо. Не задумывайтесь даже. Покупайте своим деткам песочницу. Яркая, компактная. Собирается в одну коробочку. Недорогая. В 21 веке даже есть скидочка. Поэтому вот я снимаю это сторис. И мне еще 10 рублей будет скидочки. Я надеюсь, что мне будет. Потому что я старалась снять. Простите, что коробочку не сняла. Не показала, как распаковывали. Потому что внук спешил ему: давай быстрее собирай. А я одна. И получается, мне распаковывать и снимать
мне видео неудобно было. И нет такой палки-держателя, чтобы поставила, я снимала, собиралась. Все, всем спасибо. Удачных покупок в 21 веке.